Ну что, бриллиантики, отвечаю. Я за Украину или за Россию, вы задаете вопрос. Как я могу быть или-или? Мы живем на одной земле. Как я могу быть, ну это как моя рука, я за правую руку или за левую руку? Я и за ту, и за ту. Я за человечество в целом. Поэтому это вопрос, ну, он вообще некорректный по отношению. Я и за Россию, и за Украину, и за Америку, и за Европу. Потому что я воспринимаю Землю как единое целый организм. Могу ли я сказать, я против своего сердца, потому что оно болит? Или я против своего зуба, который там требует стоматолога? Нет, я за все, потому что я уже в одном из видео писала, я давно уже осознала, что я не против чего-то, я за. Поэтому я за Россию, я за Украину. Вот. И то, что сейчас происходит в целом в мировом сообществе, перераспределение геополитических процессов, и в первую очередь, чтобы люди пробудились и осознали, кто они, сколько у них уровней сознания. Потому что большинство живет из самых низких уровней сознания. Поэтому я и за Россию, и за Украину, и за Америку. Я не делю людей на украинцев, казахов, русских, евреев, неевреев. Потому что человечество, человек не делится. И когда мы это осознаем, мы перестаем быть против. Потому что если мы против чего-то, мы начинаем с этим бороться. А это означает, что ты борешься с Вселенной. И ты этому даешь огромное количество энергии в борьбе за это или за это. Я житель Земли, поэтому я за планету Земля. И моя задача оставить эту планету для моих детей в целостности и сохранности. Поэтому я давно уже умыла руки от всяких войн. И я не ввязываюсь, потому что я уже во всех своих видео говорю о том, что это игры политические. И я понимаю, что кто-то играется в игру, и я не хочу вовлекаться в чужие игры. Кому-то интересно вовлекаться в чужие игры. Я же все-таки предпочитаю играть в свои игры, сама придумать себе игры и сама же в них играть. Поэтому ответь на этот вопрос сам себе. А почему тебе так важно быть или-или? А почему тебе не быть и за Украину, и за Россию? Люди-то везде одинаковые, и ценности-то везде одинаковые. А то, что сейчас с лбами политические силы сталкивают, чтобы играть в свои игры и на этом зарабатывать, ну, задай себе вопрос, а что ты с этого лично имеешь? Ты с этого что-то имеешь, кроме как то, что ты сливаешь свою энергию, сливаешь свою жизнь? Вот тебе ответ.